Нужный подарок. Депутат Государственной Думы по Щелковскому округу Сергей Жигарев передал перинатальному центру 150 литров антисептического средства. Крайне востребованный подарок принимал главный врач Андрей Пастернак. В рамках работы депутата Государственной Думы Жигарева Сергея Александровича в избирательном округе мы сейчас снабжаем учреждения здравоохранения антисептиками. Также вот недавно на Байконур отправляли маски. Вот, поэтому передаем вам. Ну, это всегда полезно, всегда будет необходимо и востребовано. Да, спасибо, да, за такую целевую помощь. Раствор для наружного применения асептолин выпущен в Орловской области и предназначен для обработки любых поверхностей и рук, что особенно актуально в период активности коронавируса.